Долгожителями считаются люди, прожившие 90 лет и более. Именно такой юбилей, 90 лет, празднует 20 июня жительница Лабинска Мария Ивановна Абраменко. Жизнь виновницы торжества, как и всех людей того поколения, нельзя назвать простой. В далекой юности получила она образование в медицинском училище и в качестве молодого специалиста отправилась на фронт. Мария Ивановна прошла через всю войну, работала медсестрой в поездах, отправляющих в госпитали раненых. Бомбежки, обстрелы, многое пришлось пережить в тяжелые годы. Во время войны нашей юбилярше довелось побывать в Польше, Венгрии, Румынии. В Австрии она встретила победу. После работала в противотуберкулезном диспансере, детском саду. К боевым наградам добавилось звание ветерана труда. Сейчас Мария Ивановна имеет 2 любящих детей, 4 внуков и 3 правнуков. Она добрая, как сказать, ласковая мама. Она как беспокоится за всех. Секреты долголетия у Марии Ивановны просты. Вредных привычек не было в нее, нет, она не пила, не курила. Она все время трудилась, была в движении, в работе была. Власти района и города не забывают таких людей. Поздравить Марию Ивановну в этот знаменательный день пришли представители администрации и территориально-общественного самоуправления. Долгожители у нас в микрорайоне есть, мы их постоянно поздравляем, стараемся не забывать никого. Мария Ивановна, мы всегда... Она у нас всегда в почете, так как она участник Великой Отечественной войны. Мы ее поздравляли и с 9 мая, с Днем Победы. Ну и так не забываем. Приходим, спрашиваем, может быть, что-то нужно. Да, обычно таким людям мы стараемся чем-нибудь помочь. Виновницы торжества вручили цветы, памятные подарки и, конечно, сказали добрые слова. Президента, администрации района, администрации города, с удовольствием вас хочу поздравить с юбилеем. Пожелать вам, конечно, самое главное – здоровья, долголетия, чтобы и столетие вы отметили. В ответном слове Мария Ивановна высказала пожелание в адрес молодого поколения. Были доброжелательны, были, ко всем относились хорошо. Татьяна Чистова, Игорь Еремин, телекомпания «Лаба».